поехали. Поехали. Они обманулись. Я в эфире. В Москве дискотечный бастер. Дан-дан-дан-дан. Блять, вот даже если бы вы спалили мой номер, нахуй мне звонить, писать? Можете отъебаться просто, блядь. Лечи связки, да? Если буду меньше орать, то будет, будет лучше со связками. Вот с чем-то таким. Прошло хорошо. Мне показалось хорошо. Спасибо. Спасибо. Тоже опасно, что ты сильно не покажешься, вот отрезать тяжело. К Собчак уже не пойду, сходил к Алене, блин. Чушпан. Почему Басты не было? Не знаю, надо спросить у Басты. Нет, солдата не было, потому что очень много народу засомневалось, буду я или нет. Дай, кстати. Как себя Вася чувствует, не знаю, я ему написал, он молчит, спит, наверное. Викси Мола, не знаю, кто такая, я тоже с тобой переживаю. Кого люблю, люблю много кого. Вас люблю всех. И Мишу, конечно. Почему засвистел? Да нормально все, устал. Не люблю кальян так просто дым пускать, чтобы на улицу не выходить, там дубак. Не, это у меня за кальяна голова болит, пиздец. Почему Ольга больше не концертный директор? Так получилось. Не знаю, почему Баста не приехал. Вроде сам изъявил желание, но уже приехала его команда, отчекалась, потом приехал его менеджер, говорит, что сейчас он приедет, и не было Басты, не знаю почему. Спросите у Басты завтра. Че с Мишей, будем разбираться через пару дней. Спасибо. Саратову тоже привет. Не говори. Миша, что-то не получилось долететь до Москвы. Билетов там не было. Эконом, наверное, разобрали весь. А что Миша сделать, надо спросить у Миши, наверное. Не знаю, как Тина. Устал, да. Привет, Киев. Краснодар, привет. Когда следующий концерт? Следующий концерт, по идее, на Бали 4 января. С Каспийским и с Геопикой. Бля, что-то с башкой. Добра всем, Анатолий. Концерт был по итогу, да. Да не может он мою тачку разбить.
алименты плачу, да. Так точно. Спасибо. Да, нравится музыка 90. Будут класть в больницу или нет. И туда возвращаю, да. Новый год буду отмечать в базе. Не на Пхукете. Чем-то займись, это дело должно быть. Должно дело быть. Вот я пришел, что это же работа, когда здесь наступает. Для обывателя это кайф, как будто это же работа. Как и артисты, сколько для девочек. Да, надо еще один цитрамон. Бля, если он будет проходить мимо, спроси еще один цитрамон у него. Я не буду больше колянку идти пизду. Башка болит, какой антидепрессант? Вот какой антидепрессант, если болит голова просто тупо у человека, бля. Чего? А можно, пожалуйста, еще один цитрамон, если есть? Да, конечно, есть. Спасибо, Петя. Нахуй. Да откуда я знаю, сошлась Айза с Чуби или нет, вообще пофиг абсолютно. Спасибо, спасибо вам за то, что пришли на концерт. Да, улечу в Тай послезавтра. Нету пенталгина, есть цитрамон только, и то я в чихане. Вот, я не говорю, что просто не могу. Как вам мой дискоэффект? Да, заебался много на концерте, очень парился, что связки не выдержат. Очень много орал в последнее время. На всех, кому не лень. Да, чего лечиться-то, ёпта, как вы заебали, бля. Иди сама лечись, бля, Екатерина. Какие-то пысы все-таки надо бывать, бля. Когда ты начнешь все-таки лечиться, бля? От чего нахуй лечиться? От... Чего-нибудь. Ну, хоть от чего-нибудь бы вылечиться. Таблетки. Вот, начинаю уже, Екатерина, специально для вас. Дискоэффект, да. Спасибо, да, концерт, правда, как-то легко дался, но... Очень брёк связки, чтобы до конца продержаться. И Михалыч обломал, что не приехал. Я ждал очень сильно его. Пожалуйста. Я только сейчас начинаю понимать, что альбом зашел. Я, когда он вышел, не до интернета было, не до инстаграма.
Да, я поехал, да, я уже сейчас допью и поеду домой. А все твои решения, то есть твой выбор, куда, от того, куда пойти? Пролечу связки, мне в ближайшее время не петь, блядь. Подожди, я на кого-то буду петь. Альбом с Мариной на весной. Цитрамон поднимает давление и становится еще хуже. Блять, где вот ты был раньше, блять, когда я третий уже выпил? Спасибо, приятно, что такие отзывы по альбому. Такая шапочка. Сэму на Новый год, не знаю. Вообще не знаю ничего. Как вспомнит про меня, набегает. Диджей Вор. Сегодня диджеем был диджей Чел. Диджей Чел. Диджей Чел красавчик. Да, блядь, вас не должно ебать, когда Тина наберет. Что, блядь, вообще? Кого вообще должно ебать? Вышел в эфир, блядь. Радуйтесь, блядь, тому, что вышел. На то какую-то хуйню вам лично... Лишь бы какую-то хуйню написать, реально, блядь, просто Атина, блядь, что-то, да, не, блядь. Да мы и не ссорились особо с Олей, просто в комнату пришли. Костик чемпион. На то и дай правильно Кристина Юрьевна молодец. Да нет, наверное, не будет этого трека. Я когда выкидывал эти фотки с текстами песен, треков, я не видел, что там. Я в самолете ее загружал, я не видел, что там есть текст про нее как раз. Их должно было быть 13 на альбоме, но я не стал его включать, потому что как-то он жестковато вообще звучал. Поэтому это так, в рукаве. Людей звонили, блядь, 2000 заблокировал вчера. Да, заебали. Со страницы Гуф, это, наверное, надо как раз у сестры моей спросить, видимо, у нее пароль. И она на что-то надеется, что как-то... Что, Мишаня? Лёх, Мишаня, что выставлял твой газет, ты за столько разрешаешь хуй, вроде так он и себе, это фейк же был. Ну, вы бы слышали, что он там говорил, то есть, как бы, если ему просто не... Короче, блядь, будет встреча скоро очень, у нас с ним и с парой решающих людей. Вот они и должны что-то решить, понять, на чьей стороне будет правда. У нас я тоже, что мы вместе все ставим за год, для меня родители не хорошие отдают. Слава Богу, говорю. Им не слава Богу, не пойдут. Мне это не надо. Ну это не я же с ним умираюсь. Кто же мне сейчас загоняться? Паника.
А мне надо не волосы слишком много, либо какая-то вот такая нервная вообще ситуация пойдет. Нет, не менял я надо. Лёха, смотри. Я становлюсь дорогу вам полным. Может, потом не до свидания, блок нахуй. Скажи честно, ты же не спать, а по носу пускать опять поедешь. По носу поедешь. По носу поеду пускать. Бастами. Блять, что у вас нахуй в голове, блять? Опана, опана. Баб есть, братан. О, тихо, тихо. Ой. Да кого сюда пустили, блин? Как вы могли их пропустить? Так, а как может быть так? Все нормально. Ладно, я пойду что-нибудь по носу пущу, блядь. Давай.